больно. Всем привет, с вами Киря, и сегодня у нас будет мощнейшая заруба между мной и Киришой. Каждый из нас придумал по 3 задания, которые мы должны выполнить, и в самом конце мы узнаем, кто был сильнее. Готовы? Погнали! А сейчас старым проверенным способом мы определим, кто первый будет давать свое задание. Итак, первое у нас задание, кто больше делает кругов на гимнастическом грибке. Дай бог, ты сделаешь больше. На деле я сбился со счета, там, по-моему, больше 30 было. Это вообще жесть какая-то. Просто жесть. Сколько? Вроде 41. Я старалась посчитать. Все проблемы же. Ладно, посмотрим, сколько у меня получится. Горько это признавать, но походу балл в этом раунде за Лизой. Пам-пам-пам. Не, ну ты достойная. В следующем задании я тебя просто разорву, поэтому погнали. Да. Теперь настало время моего задания, где я точно отыграюсь. Нужно будет сделать кляк назад, стойку на руки и остаться на руках. Здесь отдам Лизе 3 попытки на осуществление этого трюка. Сволочь. Козел. С первой попытки просто разорвал ее. Сейчас я тебя тоже накажу. Ой. Не то чтобы я злорадствую, просто смешно стало. Ой. Иди в жопу. И в этом состязании я выиграл, но смех смехом. А мы переходим к третьему испытанию, которое подготовила нам Лиза. Посмотрим, что это будет. Итак, следующее задание. На шведской стенке делаем поднимание ног. Кто больше? Будет тяжко. Три раза. На самом деле это очень мощный результат. Я даже не уверен, что я его сделаю, но я очень стараюсь. Давай показывай следующее задание. Итак, ребята, наступило четвертое задание, и нужно будет из вот этого положения выйти в стойку на руки, можно с небольшой волны. Все, пока. Ну давай, давай, уходи отсюда. На изи просто. Ненавижу. Это невозможно. Ты проиграла в этом состязании. Итак, ребята, прошло 4 испытания, и счет сейчас стал 3-1 в мою пользу. Я тебе просто форт дала, чтобы ты не расстраивался. Да? Ну давай, твое следующее задание. Не, ну тут точно.
не выиграешь. Так, следующее задание – прокрутиться в угле максимальное количество. Ручки отваливаются. Погоди, дай я еще раз попробую. У меня чисто это попало под штанину. Два. Ой. Хоть и грустно это признавать, но я проиграл в ее задании, поэтому счет становится 3-2 по-прежнему в мою пользу. И мое следующее задание будет решающим для Лизы. То есть если она выиграет, то будет ничья. Но если выиграю я, то увы. Но я выиграл. Мое задание будет вис на турнике. То есть кто провисит дольше всего, тот и выиграл. Все просто. В общем, чтобы дать Лизе небольшую фору, я буду висеть с небольшим утяжелителем. Чувствую, есть маленький шанс. Вы просто посмотрите на эти руки. Это жесть. Подошел конец нашей мощнейшей битвы с Лизой. Счет у нас получился 3-3, и это ничья. Пишите в комментариях, с кем бы вы хотели увидеть, чтобы я забатлил. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Если не понравилось, все равно палец вверх. Также не забываем подписаться на мой телеграм-канал и на мой инстаграм-аккаунт. Там вы найдете полно видосов, которые вы не увидите у меня на ютубе. С вами был Киря, это был мой новый видос. Всем удачи, пока.